А в наше время существуют настолько развитые йоги, которые ну, имеют силу, как те, о которых пишут? Ну слушай, как бы есть учителя, как бы, ну кто хочет, может посмотреть, этот Павел Саба есть один, но он владеет такими способностями, можно сказать, что. Например, под водой его в Японии 5 дней грузит, он под водой 5 дней там находится в бассейне, как бы, без воздуха, как бы, 5 суток, как бы. Потом его в этот под землю тоже погружает, потом в кабинку без воздуха. Есть, называется Павел Саба, как бы, его американские ученые снимают, как бы, про его, как бы, один из таких учителей. Как бы. Ну, там сейчас вот так тоже проходит, как грузило. Там сейчас в наше время, если ты желательно свои способности тоже сильно не показывать, потому что, как бы, если ты будешь показывать, там определенные службы собираются, как бы, кто заинтересовывается этим всем, потом могут тебя там просто, как бы, скрутить, как бы. Ну, в основном, в древности так и было. Если там не в древности, даже, как бы, ты когда, если ты там показывал, тебе могли все пушку пилить, как бы, знаешь. Посчитать, что сумасшедший. Сейчас даже если кто-то замечал, как бы, там, ну, у меня такой период был, когда я мясо не ел, как бы, там, поначалу все не понимали. Там. А потом я этот период перетерпел, у меня все там, кто-то из друзей, из товарищей, там, уже там на день рождения я приходил, там, у меня один из пол накрывали, как бы, все там нормально. Как бы. А поначалу что-то спорили, доказывали, там, что-то там отстаивали. Такая тема, как бы, да, была тоже, присутствовала. Ну, в принципе, как бы, как говоришь, здравомыслие сами смотрите, проверяйте информацию, как бы, изучайте, как бы. Не ели мясо из соображения того, что этого делать нельзя во время организма, или вам хотелось этого сделать? Поначалу просто, может, такое, как бы, любопытство, а что это такое вообще? Как бы? Я даже там не думал, у меня животное, но там, я слышал, как бы, у меня там брак в районе, там, 18 лет, он уже не есть. Как бы. И, ну, там, мы там молодые прикалывали.